Победителем Евровидения 2017, которое проходило в украинской столице и вчера здесь завершилось финалом, стал Сальвадор Собрал. Португалец набрал 758 баллов и оторвался от второго места более чем на 100 очков. Выступление украинской рок-группы «Аторвальд» оценили в 36 баллов, в итоге третье место с конца. Но не только результатами запомнился этот финал. Во время выступления победителя прошлогоднего конкурса «Джамалы» молодой человек выбежал на сцену и оголил свои ягодицы. Позднее выяснилось, что шоуменом в прямом смысле этого слова оказался известный украинский пранкер, бывший сотрудник одного из ведущих украинских телеканалов Виталий Сидюк. Сразу после перформанса Сидюка арестовали. Надо отдать должное выдержке Джамалы, которая, как ни в чем не бывало, продолжила свое выступление, несмотря на эпатажность этой выходки. Гораздо оперативнее охраны конкурса на инцидент отреагировал министр внутренних дел Арсен Аваков. Традиционно в Фейсбуке глава ведомства сообщил о том, что преступник задержан и находится в СИЗО. Реакция главного полицейского на обнаженные ягодицы журналиста последовала куда быстрее, чем, например, поджог нашей студии 4 сентября прошлого года или на реакция на хладнокровное убийство Павла Шеремета 20 июля. В своем посте чиновник отметил, что Сидюк, цитирую, сможет реализовать свое хобби в тюремной камере изолятора временного содержания. Правда, показывать зад тамошним обитателям, наслаждаясь своим хобби, я бы ему не советовал, конец цитаты. Такое высказывание вызвало бурную реакцию украинских политиков и интернет-пользователей. По их мнению, Арсен Аваков, позволяя себе подобные заявления, признает, что в украинских тюрьмах, которые контролируются МВД, существует практика насилия над людьми.